звонит телефон и... Да, и запись идет. Это игра Resident Evil Revelations 2, эпизод 3, приговор. Что было в предыдущей серии, я помню только то, что мы взяли... Что-то мы взяли, короче, с постаментов там. Все, что я помню. И приперлись сюда, и здесь вот нам надо будет по следам топать, как я понял. Так, и да, я помню, что в третьем эпизоде нужно стараться играть за мою, чтобы выйти на хорошую концовку, поэтому мы продолжим делать данное действо. Но при этом мы возьмем травы. Я не помню, говорил я в предыдущем выпуске или нет, что трава это плохо, но... Я вообще не помню, давно было. А, все, понял, вспомнил, да. Так. Но суть в том, что мне кажется, нам надо просто по следам идти, я не знаю, потому что... Другого, по-моему, не дано. Так. Ебать. Oh, shit. I really don't think we should go any further. Right. No sudden moves. Let's back up and think this through. Не-не-не, подожди, стой, чё думать? Чё думать? Чё думать-то? Чё, типа назад идти, что ли? Серьёзно? Подожди, стоп. А чё ты от меня вообще хочешь-то найти Нила, да? Ну так я нашёл Нила. В том, что мне надо по следам, сука, по следам идти. Серьезно? Так, ты здесь стоишь, да? Stay there. It's not possible. Что, стой. Так. Все же элементарно, правильно? Пока я иду по следам. Нахера мне надо? Чё ж я такой говносрачник? Ты чё, по прямой не могу пройти, что ли? Так, стоп. Машу вашу пушу Дашу. Понятно. Дальше что? Так, и чё? А их не надо вырубить там, не знаю, нет? Это всё? Серьёзно? Чё-то как просто всё, по-моему. Всё, типа? Все... А... Could be useful. А зачем ты всё сделал? Ребята! Чёртов советский мужик! А нахера я это всё сделал? Объясните мне. Нет, ну вот серьёзно. Погоди, стоп, стеклянный глаз. Нет, да ну не может быть, чтобы вот мне вот... Вообще стрёмно возвращаться в ту комнату. Во-первых, я не помню, где она. Ладно. Короче, у меня появился какой-то глаз. Подождите. Небольшой прозрачный стеклянный глаз. И чего?
сограждане. У меня даже карты нет. Страшно. Ну реально, я карту где-то похерил, короче, походу. Причем дико похерил. Я просто вообще не помню, откуда я пришел даже, понимаете? Самое-то что обидное. Так, ну, суть в том, что пришел я вот точно отсюда. Так, погоди, Клэр, Клэр, а у тебя есть что покрафтить? Нет? Есть что? Нет? Нет, нет, ничего нет, нет. Ну ладно. Окей. Да, мне точно не надо. Я помню. Это единственное, что я помню, и то не то. У меня сейчас, ребят, дико бессонная ночь. Дико не спится. Поэтому сел писать. Так я понял. Сканирование сетчатки нельзя, не знаю. Суть-то в том, что мне... Опа! Пистолет. Так. Так, пистолет. Окей. Здравствуйте, мужчина. А вы зачем здесь? Смолит. Ты умничка моя. Что, думаешь, ты один единственный, что ли? Палочка убьет, мать. Ляха-муха. Ребятушки, ну дайте хоть ну карту, ну серьезно. Она здесь вообще предусмотрена, мать. Скажите, что да. Потому что если нет, то это просто. Ну, все-таки она предусмотрена. Я просто мудак и не нашел. Ага. Нужно вырубить это, серьезно. Архив какой-то. Че это? Добрать можно? Нет? Нет, нельзя. Блять, это просто мне пердолить и пердолить. Реально. Если вдруг что надо будет сделать, мне все запоминать надо. Я же не запомню, просто чисто физически. Реально. Значит, папка выделяется как-то, нет? Ладно, давайте. Можно что-то там пооткрывать? Ребят, ну дайте карту, ну серьезно. Порох, да. Пиндос просто вы, ребята. Чего у меня есть вообще? Есть пустые бутылки? У меня пустых бутылок даже нет. Реально, мне... Передать нельзя. Че, серьезно? Понятно. Я вас понял. Вашу кашу. Так, подождите, давайте, знаете что? Если вдруг мне пистолет подбирать, вдруг мне не поместится. Давайте ему тогда. Так что?
Серьезно. Стреляй. Да охренеть просто. Ты чё? Чё я туплю? Я ж про... Нет, не могу. Мог же вроде. Выжигать же можно же эти взрывашки. Фонариком. Как лупой. Знаете, на солнце так. Ебать, просто пердолить-то я не знаю. Паники на самом деле в этом. Уж не извините за столь ярко выраженные слова. Так, это чё? Я понял. Мне жгут-то. Сейчас более. Или нужен. Давайте сочтем. Так, вот, ну что у нас, взрывашку какую-то дали, что? Пойди там. Давайте возьмем вот это, к примеру, дадим. Пусть будет. Если вот так вот отдать. Так, а если вот так вот отдать? Можно, да? Подожди, давай ты потаскаешь, вот серьезно. Все мне носить. Так, подождите, шкафы. По-любому что-то открывается, нет? Открывается, что? Нет. О, я там кое-что видел. Тоже видели? Да, офигеть. Серьезно? Хотя бы. Так, подождите. Вот что я нашел. Что, прикиньте, крафтиться надо будет. Я не попрошу туда, я не помню, где это. Знаете, что когда я сосредоточен, я молчу. Вот. Так, и чё же я надыбал? Да вы ну стебётесь, что ли? Ну серьезно, какой ящик с деталями? Я чё вам? Пахучий химикак, что ли? Я ж не помню, куда это все херосимить. Ребята. У меня же ни карты, ничего. Я по-любому где-то всрал ее просто. 100 пудов. А если... Нет? Так, ну здесь понятно, здесь я буду. Ладно. Я не знаю, зачем стеклянный глаз нужен, но хрен с ним.
больше интересно то, где я всрал карту. Ёбаная карта. Так, стоп. Ящик. Серьезно? Вот ты, вот прям ты серьезно, да? Вот прям серьезно. Вот. Просто пиздец, как серьезно, короче. Я не знаю, что делать, ребят. Вот, честно, искренне. Мне надо возвращаться, я не знаю, ну реально к станку. Для этого надо вспомнить, где он. Сюда у меня желания идти нет. А там что? Погодите, а станок-то где? Это теперь все запоминать надо, это пиздец, короче, ребята. Пожалуйста, пусть он вот здесь, вот серьезно. Потому что... Ну, слава богу. Так, фокус. Хренительно. Под дробовик. Заточка конкретно под дробовик, чтобы не заморачиваться, знаете. Сужает область поражения, увеличивает урон. Ну, давай. Ради этого я пердолился просто, не знаю. Больше даже скажу, пердосралился, по-моему. Чувствую, что пока я карту не найду, я далеко не продвинусь. Я просто, ну, не знаю. Буду шариться тогда поверху, наверное, потому что там... Меня еще музыка вот эта гребаная забывает, вот серьезно. Я точно знаю, что мне нужно вот сюда, к примеру. Не знаю. То есть, ну... А что если... Тобою? Короче, суть в том, что мне надо реально сюда, и там он лежит. Пистолет. Грёбаный пистолет. Сто пудов туда. Карте-то ведь показывается, куда мне надо. Так просто блуждаю по этому ёбаному заводу, я не знаю, куда не доберусь. Должно быть, по-моему, может здесь, не знаю. Стоп. А, понятно, только надпись. Глаз. Тихо. Теперь я могу сделать сканирование сердца. Да.
I don't know why that makes sense, but somehow it does. Я так и думал. Я надеюсь, я хотя бы там карту найду этого чувака. Ну, серьезно, охренеть. Хотя меня ждет очень-очень все печально, наверное. Что мне патронов понадавали для усрачки просто. Мне бы еще одну пустую бутылочку, я бы, в принципе, бабахал бы, замутил себе. Но, к сожалению, бабахалки у меня пока... Nine. Да можешь ты, ну, не делать так, вот серьезно. Ладно, я понятия не имею, сколько серия идет, но давайте до следующей контрольной точки, наверное, да? Это уже 4 ночи. Дальше уж продолжим следующий контроль точки, но сейчас, наверное, мы сканернем немножко мужика, и он, наверное, встанет, зараза, да? А вот и карта! Серьезно, вот карта лежит. Охренеть. Слава богу. Тогда давайте мы, наверное, закончим все-таки серию здесь. Здесь, да? И продолжим уже следующую серию, зато у нас уже будет с картой, то есть увидим, что будет дальше, и тому подобное, и так далее. В общем, а пока с вами был Тимон, путающийся на советском заводе, с фонариком. Пока что без оружия, без карты. В общем, Digital World, Resident Evil Revelations 2, эпизод 3, приговор. Все, всем пока.